И знаете, с кем я сегодня вас познакомлю? За банкет! Я так долго этого ждала. Друзья, встречайте Open Kids! Привет! Привет! Давай знакомиться. Привет! Как тебя зовут? Ангелина, а тебя как? А меня Злата. Очень приятно. Меня Аня. Меня зовут Лера. Меня Юля. Меня Аня. Привет, подписчики Бухты Барахты! Это Open Kids! Ну что, приступим к интервью? Давай, да. Давай. У вас, наверное, так часто узнают о улице. Вам это нравится? Ну, прям так сильно я не могу сказать, что заваливают со всех сторон. Но бывает, что узнают, и нам это приятно. Вы много ездите по городам, а учиться вы успеваете? Ну, так как у нас много концертов и разных мероприятий, приходится пропускать некоторые уроки. Но мы стараемся догонять после этого, встречаемся с учителями, догоняем тему, что-то дописываем, переписываем, то есть мы стараемся все это догонять. Сами настоящие звезды. Вы равняетесь на кого-нибудь? Ну, мы, конечно же, следим за всеми остальными, тоже их поддерживаем. Но пытаемся быть личностями, именно особенными Open Kids. Мы любим слушать российских, украинских наших артистов. Например, мы очень любим слушать какие-то американские, английские группы, которые качают, и мы думаем стремиться к таким же группам, как и они. А с родителями вы часто видитесь? Или вы скучаете? Ну, с нами они не ездят, мы их не очень часто видим, когда у нас туры, концерты, но если есть свободное время, если есть выходные, то мы обязательно выделяем время для них, идем в кино, просто отдыхаем вместе, то есть так вот. У меня, честно говоря, родители, у нас был один вечер, мы ехали уже на какой-то концерт, и я собираю чемодан, и говорю, так и так, у меня поезд, я говорю, ну все, окей, увидимся чуть позже, они такие, Лера, ты куда вообще едешь? Я такая, еду туда-туда. А, ну понятно. То есть они уже настолько привыкли, то, что мы уезжаем куда-то. Для них это привычно. Ну скажите, как вы дружите между собой? Бывает такое, что вы ссоритесь? Ну, поскольку мы с девочками каждый день видимся, работаем, тренировки, то мы дружим, конечно. Мы даже, наверное, друг с дружкой больше видимся, чем с нашими родителями. Поэтому, конечно же, у нас есть какие-то общие шутки, общие какие-то темы. Но ссоримся, конечно, потому что 5 девочек в коллективе. Но это бывает, наверное, чаще в рабочих каких-то моментах. Но мы быстро находим компромиссы, быстро миримся. И, ну, если мы будем долго там зацикливаться на каком-то моменте, то, конечно, работа не получится. А вы любите спорт? Спорт? Да, любим. Я лично люблю смотреть за какими-то спортсменами, как они получают эти награды. Мне нравится. Мне нравится гимнастика и акробатика. Я в детстве занималась акробатикой. Гимнастика. Да? Да. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь плаванием, веду видеоблог и на гимнастику хожу. Да, круто. Тебе нравится? Да. И последний вопрос. Скажите, о чем вы мечтаете? Если общее, то мы мечтаем покорить весь мир. Да, покорить весь мир и объездить везде туры и вот так вот. Надеюсь, у вас все получится. Пожелайте что-нибудь своим поклонникам. Хочется верить, чтобы все верили в свои мечты, ведь они сбываются. Будьте всегда на позитиве и верьте в себя. Поддерживайте своих близких, они будут поддерживать вас. Будьте собой, добивайтесь своих целей. Дарите друг другу улыбки и добро. Open Kids! Они были такие классные! Они мне так понравились! Друзья, надеюсь, вам понравилось. Лет еда! Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!